сбросить вес машины. Это позволило увеличить перегрузку до 8,5 единиц. Также в процессе испытаний выбрали оптимальную для воздушного боя стреловидность. Сначала склонялись к 45 градусам, но после длительных исследований остановились на 33. В истории МиГ-23 вошел и как самый массовый самолет с изменяемой стреловидностью крыла. Было построено свыше 5000 самолетов. Это был основной истребитель Советского Союза в 70-е и 80-е. Помимо этого, он стоял на вооружении еще двух десятков стран и принимал участие во многих военных конфликтах. Наверное, это было какой-то крах. Развиться получается все, у нас ничего. Мы как будто первый раз вышли на площадку. Они не ошибаются. Отдают нам мяч и ждут риска с нашей стороны. Чудо, что мы, проигрывая 2-0 и 22-19, смогли переломить. Они настоящие. Это что меня ждет? Ну, забить надо, ребята! Есть! Есть, Гусарский! Частица себя, так скажем, я внес в эту золотую медаль. Она не просто моя, вообще все, что она действительно это завоевала, заслужила. Это финал! Мировой волейбол! Россия, Бразилия! Я позвонил маме и сказал, что мам... ...лишний... ...лирий... ...Россия...